الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Если ты спросишь наших детей, о чем вы мечтаете, они ответят: хочу подарок, поездку за границу, игрушку, что-то сладкое. Это то, что в основном приходит им на ум. А что же приходит на ум мусульманским детям в дальних бедных странах? В королевстве Камбоджа мы поехали в одну мусульманскую деревню и нашли дом, в котором жил ребенок-инвалид. Этот ребенок отличался своим спокойствием и воспитанностью. Он был очень благонравным мальчиком. Я начал беседовать с ним и задавать ему вопросы. В чем он нуждается? Ему что-то нужно? Мы можем ему чем-то помочь? Он говорит: «Я хочу, чтобы вы помогли мне, чтобы я смог поступить в университет». Он хочет учиться в университете? Машалла, машалла. У него деформирована рука, ампутированы ноги. И его мечта учиться? Он мечтает о школе. Раньше он учился в школе, но потом прекратил, потому что не хватало денег. И он соскучился по учебе. Возможно, наши дети плачут от того, что не хотят учиться, а он просто грезит учебой. Тогда наша группа занялась поисками соответствующих органов, которые бы взяли на себя его обучение. Мы обнаружили школу, которую основала одна благотворительная организация, занимающаяся обучением детей. Мы стали звеном, связавшим Зулькифля со школой, в которую его согласились принять. Но мы поставили ему условие, чтобы он учился на отлично. Он нам обещает? Он сказал: когда раньше я учился, я был вторым учеником в классе по успеваемости. Юноша умный, машалла. Посмотрите на эту милость. Может быть, многие из нас учатся бесплатно и заканчивают учебу бесплатно, а там люди нуждаются только в том, чтобы учиться. Я прошу Всевышнего Аллаха укрепить нас и их, и наставить на прямой путь наших детей и их детей. Ты можешь подумать, что его проблема исчерпана, но не до конца. Остался вопрос с его инвалидностью. Он хочет новый протез ноги. Новый протез? У него нет ног. Он ходит на протезах. И ему тяжело будет проходить большие расстояния, чтобы дойти до школы. Поэтому ему нужен какой-то транспорт, который бы привозил его в школу. Наша команда решила преподнести ему подарок. Это велосипед с электрическим приводом, который подзаряжается через батареи, чтобы он на нем ездил. Мы отправились на рынок вместе с Зулькифлем. Он очень радовался, что впервые в жизни будет ездить на велосипеде. После непродолжительных поисков мы нашли подходящий электрический велосипед, который ему понравился. Прекрасно. Вначале мы думали, что это идеальное решение, но мы столкнулись с проблемой его увечности. Зулькифль не мог водить этот велосипед, он искалечен. Прежде чем купить ему велосипед, мы пытались научить его водить, но без толку. Некоторые члены нашей команды старались поддерживать велосипед, чтобы он научился, но это тоже не помогло. Другой человек сел вместе с ним, чтобы он привык водить, но все эти ухищрения были безуспешны. Мы не могли выйти из магазина, не обрадовав Зулькифля покупкой этого велосипеда. Я видел, как сильно сердце Зулькифля привязалось к нему. Он хотел его. Не просто из-за того, что это игрушка. Он хотел, чтобы осуществилась его мечта учиться. Я предложил прикрутить к велосипеду боковые вспомогательные колеса. Мы попросили хозяина магазина принести от другого велосипеда вспомогательные колеса, такие, какие ставят на детские велосипеды. С первого велосипеда колеса не подошли по размеру. Мы попробовали вторые, которые были меньше, и они подошли. И все мы ждали момента, когда можно будет порадоваться за Зулькифля, который сможет управлять велосипедом в первый раз за свою жизнь. Зулькифль взял велосипед и вместе со своей матерью поехал с ним домой, готовясь к тому, что на следующей неделе будет его первый учебный день. И вот наступил день, который он так ждал. Первый день учебы. Он был воодушевлен и полон энтузиазма. В школе он познакомился с новыми друзьями. Летай!
Он сел в первом ряду. А на переменах проводил время, играя с другими учениками. И удивительно то, что через день после того, как он начал использовать велосипед, он уже мог обойтись без вспомогательных колес, которые мы прикрутили ему. Машалла, он умный. Он научился водить велосипед. И субханаллах, хотя он ходит на протезах, он, машалла, даже может играть в футбол. Мало того, у него есть талант в футболе. Даже в футбол он играет неплохо. Уважаемый брат, уважаемая сестра, сделай так, чтобы ваши дети посмотрели, чего желают дети в других странах, и как они мечтают об учебе в школе. Возможно, это посодействует тому, чтобы ваши дети оценили милость, в которой они живут. Сейчас это просто Камбоджа. На следующей серии позвольте мне перенести вас в разные африканские страны на 8 минут, чтобы вы увидели удивительные примеры терпения и выносливости детей в получении образования. До скорой встречи, иншаллах.